Это наша история, это наше наследие. Волонтеры БРСМ занимаются благоустройством братской могилы на Восточном кладбище. Здесь захоронены останки воинов, павших за освобождение Минска. Молодежь города Минска в рамках акции восстановления святынь Беларуси нас объединяет история и вера, не только благоустраивает памятники, обелиски воинов Великой Отечественной войны, а также и возлагает цветы в дань памяти павшим. Вызвать чувство добра, созидания, преемственности, сохранения традиций и будущего. Если мы будем сохранять традиции, значит, нашей молодежи будет и будущее. Добровольцы Белорусского республиканского союза молодежи также оказали храму-памятнику помощь в покраске скамеек. Центральным мероприятием дня стала оцифровка национальной святыни – крипты храма-памятника с установкой в ней таблички «Цифровая звезда». Я считаю, это некий долг. Даже, можно сказать, как перед Родиной. Ты понимаешь, насколько это важно, возможно, даже на каком-то более высоком уровне, потому что какое-то моральное взросление. Волнительно, но очень хочется что-то сделать, помочь как-то. Это наша история. Мы должны ее чтить, в первую очередь, чтить наших героев и не забывать о них, и делать в настоящее время все возможное. Когда ты входишь в работу, то ты понимаешь, что ты делаешь, ну, точно значимое дело. В год исторической памяти в проекте приняли участие 3600 волонтеров движения «Доброе сердце». Под слоганом «Нас объединяет история и вера» молодые люди благоустроили 274 святыни. Каролина Прокофьева, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».